Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Великобритания срочно выясняет подробности, касающиеся информационных сообщений об использовании войска Российской Федерации химического оружия в Мариуполе. Об этом заявила в сообщении в сервисе микроблогов Twitter министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Новости, что российские силы могут использовать химические агенты в борьбе с людьми в Мариуполе. Мы работаем неукоснительно с партнерами для четких деталей. Один из вариантов их оружия может стать бессердечной эскалацией в этом конфликте и будет привлекать Путина и его режим к ответу. Сообщается, что российские войска могли использовать химические вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами по проверке деталей, говорится в сообщении. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!